И остались у нас лачки. Здесь у меня целая коллекция. Начну, наверное, с того, что у меня на ногтях сейчас, дабы удовлетворить любопытство тех из вас, кому интересно. Это не очень новый лак, это не моя новая покупка, но я вам не так давно показывала в покупках. Это лак из коллекции OPI и Kitty. Боже мой, забыла, как OK Kitty она называется. Hello Kitty, господи. Hello Kitty, это такой вот радостно ярко-небесно-синий, такой тепло-синий цвет. Это гель лак, он немножко жидковат и может подтекать под кутикулу. Оттенок называется My Pal Joy. А вот здесь будет видно или нет? Вы видите два слоя, и поверх у меня еще прозрачный лак. Он очень быстро высох, это мне понравилось, но тем не менее решила ему придать еще больше блеска топовым покрытием, чтобы он просто дольше держался. Мне нравится формула этого лака, но мне кажется, что другие лаки в этой коллекции, они гораздо менее плотные. Поэтому имейте в виду, если увидите такие лаки от OPI где-то на скидке, в каких-нибудь дисконтных магазинах, синий достаточно плотный, два слоя, этого его больше, чем достаточно, чтобы полностью перекрыть ногтевую пластину. Но вот другие оттенки в этой коллекции, я бы не сказала, что они достаточно плотные. Вам придется наносить тогда три слоя, чтобы получить хороший плотный цвет. Это что касается того, что у меня на ногтях. Купила я себе еще два OPI. Вот это достаточно недавний релиз. По-моему, это Алиса в стране чудес, коллекция от OPI. Оттенок называется All My Majesty. Это белый молочковый гель. Видно вам здесь или нет? Белый молочковый гель с... оранжевым отливом. Мне кажется, вот сейчас это немножко видно. Я уже с ним делала педикюр, и моя подруга попыталась сделать с ним маникюр. По-быстренькому. По-быстренькому не получилось. И, честно говоря, и когда я делала с ним педикюр, я осознала, что вот этот интересный оранжевый отлив, он хоть и виден на ногтях, но лак наносится настолько неровно, что вам понадобится нанести два средних слоя и один третий уже так потолще, если вы хотите, чтобы у вас было ровное, гладкое, белое, такое кремовое покрытие с оранжевым отливом. Честно говоря, немножко у меня в этом плане, в плане формулы разочаровал, поэтому рекомендовать не могу. И этот оттенок как раз я подумала себе на осень. Это такой средней интенсивности, тепло-бежевый, такой, можно сказать, цвет загара, что ли. В нем достаточно рыжего, чтобы не делать его чистым кофейным, но при этом он и не оранжевый. Оттенок называется Going My Way on Norway. По-моему, оттенок намекает нам на то, что это европейская коллекция. По-моему, да, была у нас какая-то 2 года назад, что ли, европейская коллекция. Еще раз, Going My Way on Norway. Я пока с ним делала только сводчик. И могу сказать, что наносится он просто великолепно. Два слоя уверенно полностью перекрывает ногтевую пластину, и мне как раз вот очень вдохновляют сейчас такие теплые, охровые, такие вот винтажные какие-то оттенки, очень даже. И продолжая разговор о охровых, винтажных, теплых оттенках, я хватанула себе в CJ Maxx неизвестный для меня бренд, потому что меня соблазнили оттенки. Как раз оттенки такой осенней листвы, грязный, оранжево-красный, даже непонятно, какой он больше, то ли грязно-запеченно-оранжевый, то ли красный, в котором настолько много рыжего, очень сложный цвет. Это у нас компания, которая называется Lotti, по-моему, Lotti, да? Полтора часа зачитывала, да, Lotti London. Если кто-то из вас слышал про эту фирму, расскажите мне, пожалуйста, откуда она, в чем там дело. Они выкинули только лаки от них за $4 за штуку в CJ Maxx. Мне понравилась бутылочка, мне понравились оттенки, поэтому я решила себе взять. Вот этот вот оттенок, такого подобного оттенка у меня таки не нашлось. У меня есть грязные красные, у меня есть яркие оранжевые, а вот такого вот терракотового, такого уже запеченного оранжевого, грязно-красного у меня нету, как оказалось. Оттенок называется Vibe, LL022. Я его носила уже один раз, прекрасно покрывает, даже в один слой, в принципе, вполне себе можно жить.
Поэтому да, очень довольны. Я так заинтересовалась. Они выходят с рынка или приходят на рынок? У меня такой вот вопрос. Не надо на них рассчитывать или не надо? И второй оттенок, честно говоря, такой оттенок у меня есть, наверное, в 4 вариантах. Но что делать, что делать? Я нежно люблю. Мы будем фокусироваться сегодня или нет? Нежно люблю вот такой оттенок переливающейся листвы, такой шиммер дуохромный. Поэтому взяла себе еще и такую версию того же самого оттенка. Это у нас LL020 Just Dance, тоже Latte London. Я наносила его в один слой поверх вот этого красного, выглядело просто шикарнейший. Он также хорошо выглядит поверх любого другого теплого красноватого или коричневого оттенка. И вот, наверное, поверх вот этого будет неплохо, понимаете, да, всю эту идею. Так что да, если вам попадутся Latte London лайки, я их рекомендую, у них очень хорошая формула, и я вот люблю, я вообще люблю квадратные бутылочки, есть у меня такая слабость. И купила себе 2 лимитки. Это смешно говорить лимитки, когда речь идет о бренде Wet n Wild. То есть вообще эти лаки стоят $2 в полную цену. Я их купила, купи один, получи второй 50% с 50% скидкой. И это лимитные коллекции этой осени и зимы. Один это топпер. Это прозрачная база с переливающимся от золотистого к... Но основной, наверное, перелив здесь все-таки больше сиреневый, но он немножко даже уходит в синий. Видите, местами он синий, местами он даже желтоватый, но центральный перелив у него все-таки, я бы сказала, сиреневый. Этот оттенок у нас называется Are You Free to Dance? Можно найти эти лаки во всех drugstore, во всех таких вот аптеках стандартных. Они обычно на стеллажах, где представляются вот эти вот лимитные коллекции. У меня есть, по-моему, подобный топпер. Я уверена, что миллион других фирм производят топперы такого плана, но я решила таки попробовать, потому что один из топперов, который у меня есть, он от Салли Хансен, и он уж очень плотный, он такой он почти в стиле 80-х, он вот настолько яркий, здесь же просто есть вот эти... мультихромные частички. Мне кажется, он будет более деликатно смотреться поверх других лаков. И вот эту вот, по-моему, это на Хэллоуин даже лимитка от Wet n Wild. Это грязно-серо-синий цвет. Вот сейчас он выглядит просто серым. На самом деле он такой, знаете, это серый цвет с добавлением фиолетового и синего. И в нем крупный золотой, бледно-золотой шиммер. Не знаю, видно здесь или нет. Оттенок называется I Dream of Jean Genie. Давайте попробуем сфокусироваться на нем. Нет, фокусироваться мы сегодня не собираемся. А давайте я вам номер на всякий случай назову. 34842. Я сделала с ним пока только сводч, на всех не носила. Меня заинтересовал вот именно этот грязный, темный, гранжевый цвет. И бац туда. Такой... Он даже не совсем, ну, не желто-золотистый, а такой, знаете, золотисто-платиновый. Вот такой крупный шиммер. У меня как-то это прям такой разлагающийся на фоне грязи, такой вот блестки золота. Мне кажется, это должно быть очень интересно. Так, ну и все. Да, это все, что касается моих покупок косметических. Я купила себе зато за это время еще несколько пар обуви. Купила себе 3. По-моему, сумки. Купила себе пальто, купила себе куртку, купила себе шарфец такой огромный в стиле blanket scarves, то есть в стиле, как вот можно себя завернуть и всю семью завернуть, как стёганое одеяло, можно сказать, а не шарфец. Все это, конечно же, мне надо вам как-нибудь будет показать. Если у меня будет время, сниму сегодня, если не будет, то постараюсь в ближайшее время. А если у вас были какие-то свои покупки, если вас... Вас загорелись глаза, вам интересны какие-то обновки или какие-то лимитные коллекции этой осени, обязательно поделитесь своими идеями, своими хотелками, своими мнениями. Я как раз тоже ищу какого-то вдохновения. Честно говоря, что касается релизов к праздникам, меня пока ничто не впечатлило. Ни одна компания не выпустила что-то такое, чтобы я страстно хотела купить. Единственная палетка, которая на время меня заинтересовала, это Mega Pro 3 от Lorac. Такая большая белая палетка. Но чем больше...
Вы знаете, у меня отключился телефон, потом я поставила его заряжать, потом я пила кофе, потом я работала, а потом я забыла, о чем я с вами хотела поговорить. Если я правильно помню, мы говорили с вами о лимитках этого сезона. Это я так голубое плечо вам выставляю. Да, Toca Mega Pro 3 меня немножечко как-то вдохновило, но чем больше я смотрела на ревью, тем меньше мне как-то становилось интересно. Все-таки теней у меня больше, чем достаточно, и в последнее время, особенно последние, наверное, я бы сказала, 3 недели, у меня вообще не было никакого настроения как-то что-то такое выстраивать на лице, поэтому всех тех теней, которые у меня есть, мне вполне достаточно, то есть у меня как-то вот не было такого большого желания расширять свою коллекцию для макияжа, и вот ничто, вот ну, ничто меня не зацепило, не вдохновило. Единственное, что вот я, да, я прикупила несколько запеченных продуктов от Laura Keller, потому что они для меня, ну, как бы ее запеченные продукты, для меня является таким как бы стандартом, такой золотой стандарт качества запеченных продуктов. Ну, как я вам уже сказала, что-то мне сильнее понравилось, что-то меньше, но я пока не могу сказать, что хотя бы один из купленных продуктов стал бы каким-то супер-пупер must-have'ом. Об этом мы, наверное, узнаем позже, когда пройдет какое-то время, обязательно я сделаю вам апдейт, если что-то из этого меня вот как-то особенно пригреется мне к сердцу. А все остальное, то, что я вижу, ну, вообще никак. Видимо, просто, я не думаю, что дело в продуктах, я думаю, скорее всего, дело просто в моих приоритетах в данный момент. Я периодически подумываю о том, чтобы снять антихол. Это сейчас стало популярным, я не знаю, кто-то вас смотрел антихолы или нет. Это когда вы делаете какой-то такой мини-обзор-ревью последних новинок или каких-то супер-пупер горячих популярных продуктов, которые вы не собираетесь покупать, и говорите, почему. Какие-то из них там, возможно, вам очень хочется, но у вас есть какие-то определенные причины, почему вы их все-таки не покупаете. Какие-то из них вы сделали вывод, что вы покупать не хотите. Мне кажется, это интересная идея, потому что, с одной стороны, наверное, лучше все-таки bring shine, да, то есть как бы выводить в фокус те продукты, которые заслуживают этого внимания. Но иногда многие продукты, которые, скажем так, популярны или о которых задумываются, я задумываюсь, другие люди задумываются, но никто о них не говорит, в отсутствии какой-либо информации, позитивной или негативной, очень трудно принять это решение. Не знаю, мне вот интересно узнать, что вы думаете про антихолды, смотрели ли вы подобные видео, и как бы являются ли они просто излишним негативом в бьюти-сфере, или все-таки они несут себе какую-то пользу. Мне было бы интересно знать, что вы по этому поводу думаете, поэтому, пожалуйста, напишите мне внизу, как вы видите эту категорию видео. А за сим прощаюсь, спасибо вам большое за внимание, было очень приятно с вами поболтать еще разок, я такая девица занятая в последнее время, не знаю, заметили вы или нет, но, тем не менее, постараюсь для вас снять обновки в плане одежды. Если уж не успею обновки снять, показать все, то постараюсь в какой-то момент, может быть, в ноябре или в конце октября, снять для вас фавориты, да, какие-то самые-самые полюбившиеся вещи этой осенью. Я бы с удовольствием сняла для вас обзор как бы на себе, но дело в том, что это занимает, как бы снимать это в одиночку занимает очень много времени, которое я не могу в данный момент выделить, а какого-то сокамерника у меня пока нет, кто бы меня во всех этих аутфитах снимал, так сказать, с красивого расстояния, с интересных углов обозрения. Все. Затем прощаюсь, спасибо вам большое за внимание, надеюсь, вам понравилось это видео, если оно вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте комментарии, дайте мне знать, если видео вам нравится, если нравится, почему, если не нравится, тоже почему нет. Все, спасибо вам большое, целую, пока-пока.